настоящая живая молния. Это невозможно! Он не человек! Я пьяница, но не сволочь. Она меня бросила. У меня ж голова кругом. Он может упасть. Зик, я на месте. Не буду высовываться, дождусь, пока Бертран выйдет на трибуну. Понял. По-тихому, значит. Объясняет всем, что ты, ну, типа дьявол. А, мило. Наши предки храбро гибли, защищая город. И когда настал час исполнить свой долг, они струсили? Нет, они бились до последнего. Пошли отсюда, нечего тут делать. Эй, стой. Это нужно сделать сейчас. Он же убьет Вольфа. Хочешь иди? Ну нет. Никуда я не пойду. Мои люди, доблестные бойцы, охраняют этот город. Только они защитят всех вас от мутантов. И Бог свидетель! Мы истребим их всех до единого! Там мутанты! Действуйте! Прочь с дороги! Дорогу дьяволу! Let's go.
Он уходит. Маград. Пешком я за ним не угонюсь. Заберусь-ка я повыше. В другой раз, Маград. Пешком я за ним не угонюсь. Заберусь-ка я повыше. Он уходит. Пора нам поговорить. Нам не о чем говорить, мутант. Заткнись и вези меня к Вольфу. Живо! Нет, знаешь, на твоем месте я поперек бы голову. Целься мне в башку! Кво забыла упомянуть, что по этому городу разгуливает толпа полуголых, человекоподобных крокодилов! Это уж точно. Скажи, круто. Да, просто супер! Ради такого можно и ополченцев потерпеть. И еще есть хорошие новости. Похоже, я напал на след Вольфа. Люди болтают, что на Гафни-стрит нашли какое-то странное устройство. Хорошо, я проверю.
Думаешь, мне нравится? Идет эвакуация прибрежных городов на северо-востоке. Неизвестная угроза из Empire City продвигается дальше на юг вдоль побережья. Странный феномен поражает все больше и больше городов. Масштаб разрушений ужасен. Если феномен не изменит траекторию, он обойдет столицу стороной. Но президент Наварро заявил, что полагаться на это нельзя. В Вашингтон стягивают войска. Более 5000 резервистов Национальной гвардии, призванные для борьбы со стихией и защиты жителей. Эти уроды обстреливают нас с корабля! Сделай что-нибудь! Слышали новости, видели фотографии. Empire City лежит в дымящихся руинах. Стерт с лица земли дьявольской силой одного человека. Коула Маграта, чье имя навеки будет покрыто позором. С прискорбием сообщаю вам. Теперь этот злодей появился в Нью-Море, в моем городе. Но не волнуйтесь, ополчение сильно, как никогда. Мои солдаты день и ночь напролет охотятся за Коулом Магратом. И мы победим, если будем действовать заодно. Куда бы он ни пришел, набрасывайтесь на него, побивайте камнями. Наш священный долг — изгнать его прочь. Тот, кто помогает этому чудовищу, предает ополчение, свой народ и самого Господа, а предателей ждет кара. Встретив этого опасного мутанта, не вступайте в контакт и звоните по горячей линии ополчения. Возможно, вы получите денежное вознаграждение. Наша судьба в ваших руках. Thank you.
реке шныряют ополченцы в гражданской одежде. Разберись. Вот он! Справился. Если бы я знала, где они, я бы... Thank you.
Нью-Море! У нас конфисковали медикаменты. Если не вернешь их, клиника закроется. Я дам сигнал, куда их сбросить. Ты спас сотни жизней. Если тебя вдруг ранят, обращайся к нам. Ненавижу!
ты очень даже ничего. Наблюдение за агентом Джоном Уайтом. Запись D-102. Я нес лучевую сферу из лаборатории, и вдруг меня остановил Кеслер. Он повел себя очень странно. Вдруг заявил, что судьбой мне уготовано великое предназначение. Раньше я был скептиком, но его предсказания действительно нередко сбываются. Не знаю. Он так смотрел на меня, что мне захотелось, чтобы он ошибся. Люди не забудут, что ты для них сделал. Извини.